Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам представить обзор на модель, на новинку от компании CM Spitfire. Доставка пива. Модель у нас выполнена в 48 масштабе, номер 48060. Когда у нас наступали, ну не у нас, а там союзные войска в Британии, британские летчики, одна пивоварня решила, скажем так, сделать такую небольшую помощь. И она пожертвовала несколько, там, какое-то количество пива солдатам. Но было затруднение доставить это пиво на материк. И британские летчики приняли такое неординарное решение. Они смогли пристроить бочки. Бочки были, по-моему, не сильно какие-то нестандартные. Они смогли пристроить бочки под крылья самолета. Данной операции, как я, насколько помню, читал, такую операцию выполняли только очень опытные летчики, так как при посадке, бочки же они имели вес, и при посадке неопытные летчики могли разбить и бочки, и самолет при посадке, то есть они были очень невысоко от земли. И поэтому к данному мероприятию, скажем так, шли только очень опытные летчики. Вот. Ну, теперь непосредственно модель компании ACM, модель Spitfire, доставка пива. Сразу покажу вам краски, необходимые для окраски данной модели, чтобы вы могли приобрести и не было никаких проблем при окраске модели. Краска дана в палитрах Revel Atomia. Ну и теперь начнем обзор. Давайте с декали. Сразу обращу ваше внимание на декаль. Декаль выполнена на новой бумаге. Поэтому проблема она доставить при переводе не должна. Вот такая у нас декаль. Так, теперь дальше обзор инструкции. Инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Первый лист у нас глянцевый, все остальные листы у нас идут матовые. На первом развороте у нас идут детали литников. Указаны детали на литниках. И красным обозначены неиспользуемые детали в данной модели. Тут, насколько я понимаю, дан литник с вооружением, и он весь помечен красным. Поэтому желающий, конечно, кто желает, сможет собрать и с бомбами. Но думаю, приобретая данную модель, все хотят собрать именно с доставкой пива. Очень интересное, как я уже сказал, решение. Ну, теперь непосредственно расскажу вам про инструкцию. Инструкция, она достаточно подробная. Каких-либо проблем доставить при сборке не должна. Да, инструкция подробная. Самолет сборки будет несложно. Ну и непосредственно установка бочонков с пивом под крылья. И теперь варианты наших декалей. Даны нам два варианта. Это первый вариант у нас эскадрилья Тангемер, конец июня 44 года. Так, еще вариант 1Б называется, это канадская эскадрилья Нормандия, июль 44-го. Дальше. И вариант 2, это у нас польская эскадрилья Нормандия, конец июля 44-го года. И вариант окраса, и вариант нанесения декали. Теперь приступим к обзору литника.
прозрачный пластик. Тоже все достанем. Так, в наборе у нас с вами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ледников и седьмой листник с прозрачным пластиком. Сейчас вам покажу непосредственно листник прозрачного пластика. Покажу я вам его на тексте. Так будет более понятно, что он очень хороший и четкий. Так, ну вот, допустим, так видно, что у нас через данное остекление будет все видно. Поэтому, так, ну я еще словами скажу, что литник, остекление очень выполнено хорошо. То есть, и поэтому при сборке модели вы это учитываете, что кабина будет очень видно хорошо. Это огромный плюс. Далее, начнем обзор литников. Первое, что хочу обратить ваше внимание, это на расшивку. Расшивка выполнена хорошо. Она сделана очень четко. И при сборке и окраске моделей будет все видно. То есть расшивку самолета, то есть при смывке, она будет затекать в данную расшивку. Это будет все выделено и сделано хорошо. Так, толкатель у нас находится внутри. Каких-либо дефектов на данном литнике я не обнаружил. Далее, следующий литник, это у нас литник вот такой. Хочу обратить внимание, что толкатели находятся на внутренних частях, элементах. Вот. Так, на мелких деталях все у нас чисто. И все хорошо. Далее, дефектов каких-либо обнаружено не было. Следующий литник, это у нас литник, который, как я вам сказал, уже не используется. Это бомбовое вооружение. Но кто хоть все-таки решится брать, бомба тут присутствует. Далее, толкатель у нас находится внутри. Каких-либо дефектов на данной модели, на данном литнике не обнаружено. Следующий литник, это у нас фюзеляж. Вот такой вот он. Мелкие детали пролиты хорошо. Толкатели находятся внутри. Так, это у нас получается внутренняя часть кабины. Она также сделана хорошо. Поэтому при сборке имейте в виду, что нужно все окрашивать. И это будет все видно через остекление. И еще один литник. Также у нас фюзеляж. И мелкие тут детали самолета. Выполнены детали все хорошо. Пролиты отлично. Каких-либо дефектов на данной модели я не обнаружил. И последний литник, это у нас литник непосредственно с бочками. Вот такой у нас маленький литничок. Толкатели находятся внутри. И вот, наверное, и все. На этом, друзья, я хотел бы закончить обзор. Обзор модели Spitfire, доставка пива от компании ICM. Модель по качеству литья, она отличная, поэтому кто хотел, приобретайте, не задумывайтесь, модель отличная. Всем спасибо, пока!